Ой, все, спасибо большое. Давай, разбей здесь все. Может, тебе еще одну тарелочку дать? Я же здесь деньги печатаю. Да я случайно же. Кажется, один кусочек впился мне в ногу. А, нет, показалось. Всю жизнь хотела себе дочку. Вон, у Людки. Дочь. Золото какое всегда убирать. Такая милая, хорошая. Ой, да это Людка двоечница в школе, мам. А я отличник. А что ты сразу про других? Ты за себя отвечай. Как тарелки разбивать, так мы самые первые. А как помочь матери? Во! Как же я устала от этого всего. А это на счастье. Серьезно поговорить. Вот прямо сейчас надо это делать? Ладно, подожду. Что ты хотел? А, мы же муж и жена. Мы друг другу должны говорить все честно и прямо. Ты опять сожрал корм кота? Нет. Давай к хирургу сходим. Зачем? Может, твой нос подточим чуть-чуть, очень сильно. Охренеть. Да ладно, не злись, я ж по-доброму. Я ж твой муж, я никуда не денусь. Просто хочу, чтобы ты стала чуточку намного красивее. Если я обидел, извини. Раньше тебя что-то не смущало. Раньше я пила, сейчас нет. Ну, давай, я согласна. Спасибо, Буратинка. Буратинка? Моя красотка! Девочка, мы же должны быть честными друг с другом. Ты хочешь, чтобы я уменьшил свой носик? Нет. Я хочу, чтобы ты увеличил свой... Писюн? Угу. Тебя же все устраивало. Ну, это было раньше. Я вообще не знаю, зачем ты меня послушалась. У тебя все было идеально. Ты что, охуел? Стоп! Я просто с Андрюхой поспорил, слушаешься ты меня или нет. И что? Слушаешься. Блядь, шнурок. Молодой человек. Что, материтесь? Это что за бескультурщина? Почему я должна это слушать? Вас кто воспитывал? А если в суд сейчас подам, то мне ваши извинения. Понимаете, вы засоряете энергию. Ничего не соображаете, ничего не умеете. Не умеете, только материться научились, и все. И все. А я слушать должна. А я вообще-то культурный человек, интеллигентный. Извините, почему я должна слушать? Извините. Почему? Вам не стыдно? Стыдно. Вам не стыдно? Стыдно, извините. Почему я должна слушать это? Вам не стыдно? Может, ты еще и наркоман? Нет. Алкоголик, наверное. Нет, конечно, конечно. Только я алкоголики спортсмен. Матерятся. Небось, у мамы на шее висишь. Нет, материться я работаю, научат. Работаю. Да где ты там работаешь? Где ты там работаешь? Грубиян. Хамло. Хамло. Нет. Ты материшься? Ты рисуешь письки. Да заебало. Молодой человек. Вы что, меня снимаете? Нет. А что это такое мигает здесь? Видеорегистратор. Ну, не знаю, конечно, этот Бали. А помнишь, в Крым ездили? О! Чачу заказали, через 3 дня очнулись, загорелые, замужние, красота! Да и чурчхелы здесь днем с огнем не отыщешь. А этот, серф их. А, помнишь, на банане катались? Ой, чуть не помню, еле откачали, помнишь? Весело было! А как вот? О, смотри, обезьяны уродливые! Дразнится еще. Это зеркало пронесли просто. А. Кстати, насчет пронесли. У тебя после манги все нормально? Нет, конечно. Это же не свойственное и народное нашему организму. Да. Вот бы сейчас винегрету, чтоб все закаменело. Бали, Бали. Сказочный Крым. Ни намека на пошлость. Молодец. Ладно, все. Пойдем в бассейн к соседям бультыхнемся, а то писать что-то хочется. О. Пойдем. Means to love you.